подобного рода семинары по всему миру. Это 209 стран, которые входят в членство ФИФА. И поэтому вот сейчас очередь дошла до Таджикистана, и мы здесь проведем семинар, пятидневный стандартный семинар для судей, на котором мы будем делиться самыми последними достижениями, самыми последними новостями в плане судейства. Как вы знаете, у нас изменились правила игры, мы будем доводить до сведения судей, до сведения инспекторов изменения в правилах игры. Как вы знаете, первые соревнования, в которых применялись эти правила, это было Евро-2016 во Франции. Следующие соревнования будут в Азии, где мы будем применять, поэтому все судьи должны знать новые правила. И вот с сегодняшнего дня мы с этого начнем. Еще какие-нибудь для нового средств для других судей и инспекторов? Да, много новой информации мы будем обсуждать. Много клипов с положением игры. Мы будем обсуждать игру рукой в мяч, мы будем обсуждать тактические фолы, задержки. Поэтому много новой информации, много новых клипов, и я думаю, что семинар пройдет плодотворно. Ваше мнение, как делать, что наш судьи поехали на чемпионат мира, на уровень? Во-первых, нужно больше международных судей, чтобы они здесь показывали хороший результат. И потом мы их будем номинировать уже на международную арену, и там их будем более тщательно просматривать, чтобы они, если там подадут хороший результат, то будем дальше с ними работать, оттачивать их мастерство, и они пойдут выше. И потенциал у таджикских судей есть. Помимо участия судей, в семинаре будут принимать участие также рефери-ассессоры, инспекторы судей. Что можете об этом сказать? Инспектор – это тот человек, который оценивает судью. Поэтому инспектор должен знать больше, чем судья, не меньше. Он должен знать больше. Для этого, чтобы было единое понимание, мы и позвали инспекторов, чтобы они тоже получили самые последние знания.